Всем привет! Мы отвечаем на вопрос, когда чародейки сейчас. Прямо сейчас чародейки, шестая серия. Как рады мы, просто невозможно. У нас сейчас, наверное, будет шквал этих чародейки. Ничего не обещаем. Просто половину проектов на Ютубе заблокировали и продолжают блокировать. Одни чародейки, наверное, станут тем держащим небосвод титаном. Так что чародейки будем... Чародейки-аватар. Чародейки-аватар, да. С двух сторон. Сегодня шестая серия у нас. Все, расслабляемся, ловим вайб, уходим в волшебную страну Гринфилд. Или как там этот? Чарфилд. Как город называется? Гринфилд? Гарфилд? Меридиан? Меридиан – это то измерение, где тусуются Элион и ее недоноски. А, этот город? Какое странное название, не помню. Вымышленная. Забыли уже. Я вручаю медали Меридиана героям восстания, которые принесли свободу нашему миру. Ура. Пусть Бланко. Можно? Дрейку, Джулиану, Олдерну и Калибу. Бланко никогда ничего. Эльна Бланк тоже внес сыграл свой вклад. Огромный вклад. И чародейкам почему не дают тоже? Им неудобно с медалями вот это вот лететь. Так медаль, как домой полетят, оставят просто как внимание. Ну ладно, она, наверное, имела в виду из меридианцев. Чародейки-то не из этой планеты. Мне пора обратно на пост. Я сегодня дежурю. Мне бы так, а то школа. Смотри на него, щенок-медалист. Тебе не нравится, как она? Нет, наоборот, я вот Корнелия, когда меня обидели. Ну, я даже если мне человек нравится, я сижу и говняю его просто, потому что он меня обидел. Я такая, ах ты сука. Что бы он ни сделал, я буду это обсирать просто. Поэтому не обижайте меня. Большая честь, Олдерн. Рейтор, ты арестован. Лучше сдавайся. О, ты точно человек. Хочешь арестовать меня? Что поделать? Не твой черед. Нет, не смей! Калеб! Не зови его. Скоро он и так присоединится к тебе. Самый любимый опенинг. И вода, и воздух, и мой любой прибой. Она как будто поживее стала, да, чем с первым. И более, знаешь, та была какая-то прям типа апокалиптика какая-то такая жесткая, немножко повеселее. Все правильно. Что нравится? Давай, сыночек, я люблю тебя. Давай. И уже надо считать. Наверное, 51 раз, когда мы упоминаем эту шутку, у нас реакция. Это мне очень нравится. Я влюбился в эту бабку. Она просто вот так самоотверженно писалась. Знаете, о чем речь? Я надеюсь, это мы каждый раз цитируем все такие. Ну, перемотаем. Останется на час землю спасти. Чародейки. Там, да. Раньше он круче говорил. Чародейки. Устал уже на второй сезон. Чародейки всегда побеждают. Если бы был третий сезон, он такой. Магия. Значит, фальшь. Ф, значит, фальш. Подожди, а что там было написано? Фасад? Ты должно быть очень горд, Джулиан. О, да. Калеб вырос добрым воином. У него достойный отец. Еще достойная мать. Очень.
Это мать Калеба? А, я такой, что? Оракул мать Калеба? Нет? Я подумал, что они такие, у нее достойный отец, нет, у нее достойная мать. Да-да-да. Ну, как будто так. Может, он другую мать имеет в виду, но как будто он сейчас, ну... Про оракула. Про оракул. Оракул... Ну, он не похож, Калеб, на оракул. Оракул старел лет 500. То есть, на тот момент, когда они зачинали ребенка, она была все такой же старой. Ей было 400. Ей было не 480. 400, да, где-то 480 лет. Почему мы взяли, что ей 500? Ну, она же... Я знаю почему. Когда была звезда Трибы, она была молодой. Помнишь, она создавала звезду Трибы, которую потом Фобос, вот это так все. Так это что, было 500 лет назад, наоборот? Так это, помнишь, как давняя-давняя легенда. Ильна, у тебя похоже сверкает. Видно, под стать владельцу. Бедняга спасает миры, а сам беззащитен. Корнелия, хватит. Обижаться глупо. Служба королеве для меня на первом месте, но ты мне... Какое у нее хобби, кроме борьбы со злом? Рисование. А у меня? Этикетки. Да все, эти отношения обречены однозначно. Он не интересуется ее не стражнической жизнью, просто... Fuck up. Ты как чайник сейчас. Скажи, мне интересно. Это коньки. Я люблю кататься. Нет, серьезно, какое? Ты шутишь, да? Любишь нарезать круги по льду? Не могу придумать ничего скучнее. Я могу. Мадаво, что он не знает? Он еще обсирает ее интересы. Твои интересы. Мои? Ну да, ты же у нас сегодня Корнелия. Я всегда Корнелия. С 13 лет. Весна! Весь лед растаял! Ха! Есть катки, придурок. Да, да, в торговых центрах, кретин, ты не знал? Там всегда холодно. Я когда был маленький, думал, что это магия. Как так, на стадионе? Как лето? Как там? Откуда? Это что такое? Это где? Это где это снимают? Там, где холодно снимают? Это же в Москве снимают. Там же тоже жарко. Как это работает? Там холодильники внизу стоят. Такой конченый просто. Какой ты милашка, когда отыгрываешь себя в детстве. Это было год назад. Мирился Калеб. Холодильники. Я реально так думал. Ты какой слушай. Ваши дни сочтены. Королева Элеон покарает вас. О, Элеон, королева Элеон раздает награды кому не попади. Прикольно, там было два стула. Теперь Калеб придет и будет сидеть на полу. Нет, шутка была не в этом. Странно, что вы берете пленных, не спросив свою драгоценную Нерису. Я что, должен был молчать, когда чествовали? Первый раз сейчас ее имя сказали, да, Нериса? Ну, я как бы знала, потому что нам в комментариях писали, но вроде как не было озвучено имя в сериале во втором сезоне. Мерису? Нериса. Нериса, это кто бабка это? Вот эта вот. Это бабка? Нериса да, ее зовут? Да. Нериса, не гречки. Извините. Я лишь отомстил. Нерисе не в чем меня тут. Ну же, Корнелия, мы пытаемся тебя развеселить. Не надо меня веселить, уходите. А у меня талант новый, насчет одежды. О, в этом сезоне реально много новой одежды. Менять цвет шмоток, оставаясь не в теме. Все знают, в этом сезоне рулит черно-белая гамма. Я не в теме. Ау, на дворе 25, а ты вся в шерстяном. Сколько можно повторять некоторым? Красота важнее комфорта. Она оделась потеплее для катка. Что? Лилиан, вовсе нет. Нет, да. Ты сама говорила парню. Свидание? Новый парень? Или все старое? Может, она просто, типа, не умеет кататься на коньках. Просто Калебу так сказала, и сейчас идет учиться. Тоже вариант. Просто ляпнула. Да, такая коньки. Не знал, придурок.
Откуда бы ты знал, если я только что это придумала? И не с Калибом. Приглашаю с собой. Это нельзя? Конечно. В этой фобусе было как-то милее даже. Ну, как бы грустно, но стильно. Серьезно? Мне вот эта сиреневая хрень больше нравилась, чем вот эта сейчас радужная какая-то. Ну ладно, это мои предпочтения. Что, интересно, кухарка... Та же. Вообще не поменяла свой распорядок. А зачем должны были ее поменять? Может, ей зарплату увеличили. А может ей, в принципе, начали давать зарплату. Тоже вариант. Из-за Корнелии мой сын, похоже, потерял аппетит. А Корнелия тут при чем? Лучше б не знать ее. Что ж, моя магия может стереть ее из твоей памяти. Нет! Там начинается крысиная битва. Да, он, типа, она просто, чтобы проверить. А там же нам говорили, что в комиксе потом Элеон с Калибом встречались. Да, 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 да. Мерзость. Да. А что такого? Не знаю. Ей же 13, да? Нет, не поэтому. Ну, мне кажется, поэтому. Ну, типа, он бросил Корнелию это, ради Элеона. Это, знаешь, как Элеон. Вот эти, о, у меня парень, у меня я отношения. Я бы поняла, если бы, не знаю, там, ради Уилл или ради, там, Ирмы. Блин, ради Элеон. Ну, сериальная Элеон, может быть, и нам и не нравится. Но комиксная Элеон, там просто разнос, просто девочка огонь. Мы не знаем, мы не читали. Но, возможно, допускаем такую вероятность. Ага, думаешь о ней? И не лги, я королева. Она просто как подружка. Да, такая, да. Как проверить, что да, потом... Да, Корнелия, он еще по тебе сохнет. Давай, Корнелия, действуй. Просто возьми, напомни о себе. Может быть и так. Калиб говорит, это много стоит. И ты ей дорог. Неужели ты сдашься без борьбы? А Калиб знает? Он из нашей школы. У него есть братья? Он катается на коньках? Не ваше дело, дети. Кыш отсюда. Я спускаюсь. Жду подъезда. Дети, не ходите со мной. А реально какой-то пацан? Одна. Это как? Какой-то взрослый 30-летний хер. Который играл в баскетбол. Она познакомилась с ним, когда застыла в форме чародейки. Точняк был. Надо же, не одна. Ты трансформировалась без волшебного кулона? Это не трансформация. Когда этому научилась? На контракаре, но... Крыльев нет? Нет и силы стражницы. Что за парень? Пообещайте остаться в лесу. Думаю, почему она их детьми называет? Же в роль входит, да, готовится да, до да, того, да, как да, превратится. Такая, дети, дети, взрослые ушли гулять. И в те отвернуться. Я так и думала. Эй, Лилиан. Лилиан? О, сестра. Эй, брат. Эй, Питер, нам вот что любопытно. Давно ты встречаешься с Лилиан? Не скажешь? Пару недель. Мы ведь познакомились при вас. Все это время Калибу не сказала, да, что... А что, они расстались официально? Да, они расстались? Да. Прям расстались? Прям, да. Прям мы расстаемся? Прям так да, сказать. Она был же, неловкий она разговор. Она же ему сказала, либо типа остаешься, либо на свой меридиан, блин, ну давай, шурой, блин. А, вот, и он выбрал меридиан, и она такая, ну все, ты меня потерял. А разве у нее не будет меня другой проблемы? Ну затусит она с ним, и он такой, или здесь, на земле... Или на меридиан. Вот тоже такой, я не могу с тобой на меридиан. Слушай, только... у него же нет, блин, на него серьезных планов. Это так, блин, потусоваться. Она же не собирается все время перевоплощаться в взрослую. Не знаю, насколько да далеко зайдет это ее отношение. Это так. Реально, ей нужен... Это отвлечься от грустных мыслей, ребят. У ей всех есть такой период жизни. Парень тоже стражник. Хотелось предложить свою кандидатуру фея бутербродов, но все равно, для того, чтобы она смогла туда-сюда... Ты, кстати, херовый стражник бутербродов, потому что они все равно пропадают. Ну, стражник исчезновения бутербродов, тебе что, не магия, что ли? Нет, ну стражник это тот, который охраняет бутерброды. Ну, а ты херово их охраняешь. Парки. Воспоминания. Поспешим, пока не заняли весь лед. И мы за ними, да? Точно. Какашки мелкие. Надо перебросить отряд Олдерна. Кстати, где он сам?
это Эллион и Калеб. Девочки, Корнелии только что ушли на каток. Без меня. Весной можно кататься на коньках? На земле все можно. Ведь зимой люди плавают в бассейне. Кайф! Он спалит ее. Видишь, мне даже больше это. Мне больше нравится эта линия. Это все разборки, там вот это вот ни риса, ни колбасы. Вот это все. Надо посрать на нее вообще. Это бабка дряхлая пошла нам в задницу своей линии. Мне больше нравятся вот эти разборки. Квинтэссенция! Все, мне неинтересно. Мне больше, знаешь, он увидит это такое. Ах ты, неверный хитар. Ща я возьму, начнет добиваться с ней на коньке. Он же просто лучше всех. Вспоминайте, он первый раз увидел скейт, он на него заскочил и на доске вытворял всякие пируэты в 17-й серии, кажется, когда он по крышам скакал, просто потому что первый раз увидел эту штуку. Сейчас он увидит коньки и тоже уделает этого красивого чувака с дредами. Мне конец. Нагоним ее на катке. Я не умею. Уже пробовал, не вышло. Да я полное ледопадное ничтожество. Что ж, девушки... Земли любят неловких. Точно. Можно я... Да, Тимоти Шаламе, это мое яркое подтверждение. Не, ну есть такой типаж, знаешь. Точнее, девушки не любят неловких, а девушки любят, когда парень немного неловко себя чувствует в их присутствии. Это такое, знаешь... Подчеркивает твою значимость. Да, да, да. Но чтобы это не длилось, блин, всю жизнь, да? Просто какой-то период, когда вы только начинаете встречаться. Постоянно роняешься. Да, да, да. Это не как типаж неловкий, а как поведение такое, знаешь, пару недель. Видишь? Нравишься? Ну они симпатичные, кстати. Красные, розовые глаза. Летучие мыши? Да. Ну. Мне показалось, что у него значок магов огня из Аватара. А мне показалось, что Таргариены. Или как значок, допустим, у этой Нерисы. Она же тоже какая-то у нее. Так это она им раздала эти значки. Да? Это тебе. Это ты наклей себе на жопу. Как ты мог ходить раньше без такой замечательной кофты? Не стыдно? Не стыдно тебе в этом старом шматье. Вот, держи. Тепло. Как раз сейчас осень. Если бы она вела себя как реальная бабка. Не стыдно тебе, вот пирожки я без приготовила. Шапочки на улицу они не ступай. Удивление. Четко сработано. Рыцари захватили капитана Дрейка и капитана Джулиана. А, они, короче, всех собирают, у кого медали. Такие по списку. Кто самые героические герои Меридиана? Ты просто напомнила, как Лукашенко раздал всем ордена. Всем этим. Ага, и что? Просто озвучил списки. Это же очень смешно. Не видела. И чего в этом смешного? Что теперь их все знают, где они живут, кто это, что это за люди. Я же все время в масках людей бьют. Ты че? Этих силовиков? Да, 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 да. Вот дед, конечно, веселый. Ему удобно ходить с одной тонкой и с другой толстой да, ногой? Да, блин, у него в целом вся жизнь сплошной дискомфорт. Да и елда, которая весит, как твоя башка. Еще одна куриная нога, другая нормальная. Спасибо, блин. Вся елда, которая весит, как твоя башка. Может, твоя башка? Ты свою видел? Моя маленькая миниатюра. Вот елда, блин, посмотрите. Горгуль нас ждет. Пошли! Стойте, глупцы! Что вы тут делаете? Свою работу! Не тронь! Приказ лидера! Миринду убили?
Так чё, Оракул за этот Марису или нет, или против? Я что-то запутал. Слушай, возможно, они в связке. Они что-то вместе крутят, потому что их рядом показали, одна вышла, другая да, зашла да. прям с Но минимальным... Помнишь, даже Оракул в первой серии? Я думаю, серии... что они просто пересеклись в лифте. Кайф. И это все? Что предложишь? Салочки, ты водишь? А, мне водить. Крутит с моим братом, старшим братом. Прикинулась другой, с другим именем. Это ее брат? Так да, да, нам же еще тогда сказали, что это ее брат. А, все, я не поняла это. И телом наглости набралась. Ей понадобится. Просто катастрофа. Жуть. Лилиан, уже пора вправить мозг. Калиб как с детьми со своими пришел. Младшенькая 5 лет, и вот старшенькая ей 8, и они вместе пришли на каток. И вообще, мило. Девушек это, наверное, привлекает. Типа, вот, это прикольно. Человек с сердцем. А, есть такой, знаешь, прикол. Ну, категория сексуальных мужчин — это одинокие отцы. Да, да, причем я не знаю, что в этом сексуального. Ну, они такие все заботливые, милые. Не знаю, вдруг. Мне кажется, девушки переносят опять себя. Бил жену, она ушла, оставила ребенка. Не, так может, он ребенка дома бьет, может, это он на улице такой: а, давай заплету тебе косички. Все такие. Ну, короче, непонятная хрень. Но есть такой прикол, даже я ловлю, когда вижу какого-то, типа, отца. Мужчина на коляске. Нет. Ой, с коляской, с коляской. Нет, типа мужика, который как-то заботится о детях. Ну, то есть очень мило как-то проявляет себя с детьми, играет. Там. Это реально как-то цепляет. Такая, ну, что-то в этом есть, ладно. Вот у тебя нет такого, да, типа мужик с прицепом, да? Нет, это есть только у очень странных мужиков такой прикол. Я пошутил. Называть детей прицепом. Трэш. У нас есть отдельная категория развлечений, это смотреть каких-то радикалов в ВК под постами, которые пишут. Это такой кайф! Я обожаю читать комменты под постами. Я как-нибудь хочу, наверное, с Рубиной сделать отдельную рубрику. Мне просто, чтобы ржать в голосе, они такие смешные. Скажу Корнелии, можно? И чего я без... Ой-ой-ой. Успокоюсь. В смысле, он же не звезда. Зато она выступала на соревнованиях. Из 10 медалей 9 золотых. Калиб, вот так встреча. Идем, возьмем коньки. У меня свои. Я подготовилась. Идем со мной, Лилиан. Нельзя кататься на пустой желудок. На пустой желудок нельзя кататься. На полный нельзя плавать. Чьи это правила? Что тут Калиб позабыл? Подавляет гордость. О, да, он настоящий герой. Вот это я понимаю. На пустой желудок нельзя кататься, на полный нельзя плавать. Так логично же. Да. А, потому что на полный желудок, когда ты наполняешь себе, у тебя центр тяжести больше к низу. У тебя появляется какая-то способность лучше лавировать. Ты не просто... У тебя появляется вес какой-то. А когда ты наедаешься, когда плывешь, он тянет тебя вниз. Как вам такое объяснение? Я понимаю, что это не так. Я не дебил. Ну, может, немножко. Товарная сестра и ледовый облом. Смотрите в 10. Тарами, что ты делаешь? Змейка, змейка, все за мной! О, что? Пусти меня! Будет небольшой скандальчик. Ирма, что ты несешь? Калиб здесь. Я в порядке. Я не угадал. Все-таки он что-то не умеет. И это коньки. Удивительно. Причем это странно. Он говорил, я раньше на, как он назвал, сам скользилках был героем. Ну, это скейт, а это коньки. Это вообще разная технология. Технология равновесия. Кайф. Он так унижается ради меня? В этом что-то есть. В этом что-то есть. Ну, есть что-то. Ну, окей. Но когда это в меру. Когда ты жалкий, это уже плохо. Ну, да, но попытка, попытка, как воля изъявления, приятно.
должен видеть меня такой. Фокус. Минутка. Может, не черная, но в теме. Фу, уж лучше попасться. О, привет. Отлично выглядишь. Привет. Спасибо. Катаемся. Корнелия. О, здесь сегодня все. Ну да, это Корнелия, та была Лилиан. Ну, ее взрослая версия, это Лилиан. А, все, 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 у меня просто сломалась башка на секунду, все. Угу. Все нормально, точно, точно, я просто, все, извините. Видела сестру? Она вдруг исчезла. Правда? Она где-то здесь. Я здесь. Говорит Фил, сегодня на катке зажигаю я. Фил, можешь выручить друзей и притушить свет? Для настроения? Запросто. Жесть, на два фронта, это же ужасно. Ладно, хорошо. Пускай брат Тарани не узнает, ну не понимает. Что... Ну, они очень похожи. Да, но Калиб-то понимает. Что а Калиб не видит большую Корнелию. А как он ее не видит, если на нее светит прожектор? Так он светит в другом месте. В каком-то другом месте, но он же видит ее. Ну... Он не может сопоставить. Он видел ее в форме стражницы. И он видит, как она взрослая танцует с другим чуваком. Ну окей, не знаю. Но это заметно, когда ты на одной площади танцуешь, нет? Корнелия, я ведь стараюсь. Доказательство тому – набор синяков. Дай мне 5 минут, жди у выхода. Идет. Только сдам эти смертельные коньки. Я расстаюсь с Питером. Ох, бедный. Сердце пацана. Что может быть? Потом Макса Коржа будет слушать. Ушла. Я уже даже не помню. Эх, дурак, дурак. Калиб сегодня все 3 альбома Коржа, или сколько у меня синглов, все не все. Ушла к трактористу, хочется кушать, заниматься посевами. Жесть. Ну ладно. Лилиан? Калиб, постой! Пс, вам кое-что разнюхать. Папа Калиба, беда большой. Питер, можешь сделать... Одолжение. Присмотри за моей двоюродной сестрой. Она тоже Лилиан? А, двоюродная. Постой, а ты-то куда? Стражницы, мы едины. На людях? На парковке? Ладно. Тут другая драма. Тут мы за другим смотрим. Просто на парковке.
Я нужен дома. Он как Уилл. Со своим великолепным ножом. Не он, а это... Элеон. Это Элеон сейчас открыла. Она, да. Да, очень похожая. Вся свора в сборе. Говори, предательница, где прячут Джулиана и Дрейка? И Олдорна. Не забудь Олдорна. Ну я тебе... Калиб, стой! И правда, Калиб, стой. Если ты хочешь увидеть их, выход такой. Выпустите меня, и я уведу Калиба. Нет, нельзя. Корнелия, прошу, не вмешивайся. Я готов, королева. Блеск. Как хорошо, когда у нас все по согласию. Меринда мне нравится больше всех из этой всей дебильной. Да, пятерицы. Она как будто самая нормальная. У нее хоть какой-то интеллект есть. Причем даже бабка, которая претендует на звание самой прошаренной, ведет себя крайне странно. Ну, потому что бабки, не знаю, там... тебе должно быть стыдно, ты опять обосрался. Ох, это ужасно. Бланк найдет след и приведет нас к остальным. Нюхать очень близко. Я только сейчас понял, что он собака. Бланк? Ну да. Он не собака. Ну, он играет на наших человеческих чувствах, как собака. Ага. Он шкодит. Он такой немножко туповатый, но очень преданный. Вынюхивает все. Жрет все, включая телефон и все. Он собака. Он для нашего мира собака. Они просто реально такие: о, мы знаем, куда щекотать вас. Да. Не так близко. О, это плохо. Кажется, ураган понижен до тропической депрессии. Вонючка у нас. Отходим. Они, наверное, хотели его захватить, потому что знали, что у него рог, который помогает перемещаться между пространством. Это во-первых. Во-вторых, чтобы он не привел их, наверное, к пленникам. Потому что он единственный своего рода, кто может вынюхивать их. Угу. И нет, я думаю, что есть и другие существа его же племени. Ну, вы видели одного из них? Но тут был крепкий обмен. Есть еще его мама. Да, кстати. Ему же медаль не дали. Да, ну его задержали тоже. На исходе. Если оно вообще осталось. Осталось, определенно. Мы найдем их. Быстро и грубо. Долго, мучительно. Это будет решать не Риса. Что? Пленники наши. Глупцы! Не будь ее сидеть вам в клетке. Если не хуже, как смели вы без приказа нападать? Но ты сама призывала нас к мести. Я забираю лишь двоих. Что с тобой? Будто удар током. Вилл, сюда! А, она же чувствует. Угу. Вот у них одинаковые силы. Квинтэссенцию. Надо обойти их. Готовы!
полететь могла. Ну таки обыграем, что она умеет кататься на каблуках без лезвий. Да нормально, нормально. Не, прикольно. Просто как будто за уши, что ли? Быстрее, поможем ей! Бандиночка! Я иду! Бандиночка! Пора зажигать! Мне нравится огонь во втором сезоне. Розовая сейчас снова в теме. Но не увидели. Но могли. Мостик просто. Машинки. Можно выиграть битву, но бойцов вам уже не вернуть. Стражницы! Где Калиб? Он и Джулиан пропали. Джулиан, это его отец? Джулиан, да. Джулиан. Да, отец, вроде да? Как, да. Кажется, ты обронил. Как это получилось? А, да, и почему? Что за ананас странный? Тут вас закружило, а потом? Упала тьма. Не знаю, почему мы остались живы. Калиб, послушай! Не надо, все уже в прошлом. Я заслужила, но мне казалось, у нас с тобой все кончено. И я думала только... О том парне? Нет, Калиб, слушай. Когда ты вышел на лед ради меня, я решила порвать с ним, клянусь тебе. Двоякая ситуация. Ну а что? Ну а что? Они реально расстались. Ну правда. Что, должна была так сидеть его ждать, пока он там свои меридианские дела делает? Но она все равно его дразнила, понимаешь? Да, а что? Дразнила и одновременно встречалась с другим парнем. Да это вот не это... было серьезно. Да что значит серьезно? Что значит несерьезно? Ты встречаешься с другим парнем, какая разница, да, насколько это серьезно? Да, потому что мы расстались. Ты имеешь полное право встречаться с другим парнем. Не и важно. Заигрывать с Калибом? Неважно, ты дразнила. Заигрывать с Калибом? Она не заигрывала, она ему дерзила, язвила. И это что, не флирт? Это не заигрывание. Да? Серьезно? Да. Да. Тебе должно, да. Тебе не посрать? Это не твое дело. Что, не мое дело? Я понимаю, что это не мое дело, не мои отношения, но все равно. Вот и не надо вмешиваться. Так, ладно, а что думаете? Я знаю, у нас появится... У нас это, ну, это понятно, что мнений по поводу Корнелли будет много, но какое-нибудь взвешенное, уравновешенное, что
Как вы считаете, стоило ли... Я считаю, она имеет право встречаться с кем хочет. Это да, это понятно. При этом она имеет право грубить ему, потому что у нее есть обидки. При этом она даже может, блин, специально встречаться с тем чуваком, чтобы привлечь внимание Калеба. И все из этого окей. Так считаешь, да? Да. Но он так делать не может. Может. Тоже так может делать. Да. Но ему хватает чести и достоинства книги. Ладно, хорошо. Что с тобой? Какой-то ты, брат, невеселый. Ха, это напускное. Для нее все серьезно. Не хотел ее обидеть. Ты решил расстаться с ней? Да, не мой идеал. Значит, надо искать дальше. Прикольно, что Калеб и брат Тарани одинакового роста и возраста. Да. Но при этом... Он встречается с малолеткой. Что-то как-то выглядит, не знаю. Как-то выглядит это. Ну ты чувствуешь какой-то дисбаланс? Ну, у него же возраст как... Он вообще подросток, ему тоже лет 16. Ну, просто он медианец, такой, и он большой. Такой накачанный, смотришь, ему лет 25. Ну... Мало кто в свои 25 выглядит так, как Калеб. Он из другой планеты. Ну выглядит-то это как? Ну, какая разница, какая с какой ты планеты? Просто переросток, блин. Очень-очень неоднозначный вопрос с отношениями. Да даже все не знаю. Однозначно, блин. Я понимаю, про что ты говоришь, но все равно мне какой-то непонятный. Это отношения, дискуссия. Ладно, в любом случае, я 100% уверен, что кто-то из вас рассудит и еще плюс приправит это знаниями из комиксов, которые проливают свет на все темные дела чародеек. Ладно, ребятки, посидели, посмотрели, это было просто потрясающе. Я считаю, что это классная серия, особенно замут с отношениями. Да. Надеюсь, он дальше мило будет как-то немножко нас поддразнивать. Во всем остальном, ну что, победили, опять что-то происходит. Но нам еще, кстати, показали непонятно, каким образом они вернулись. Мне кажется, там какая-то имела место быть подстава. Да. Или что-то он там наколдовал им на пятки, что-то сделала и вернула их обратно. Тоже интересно. Да. Ладно, в любом случае... Пишите, что думаете. Обязательно поставьте лайк этому видео, если вы захотите. Я не могу вас заставлять. Я не могу стоять над каждым и рукой вот так вот брать, подводить и ставить лайк, как-то тыкать это все. Я не могу это сделать. Но я могу вас попросить поставить на благодарю. Я вообще сейчас дизлайки просто ловлю и все. В любом случае, делать что хотите. Просто попросил вас. По-хорошему. Все, ребятки, пока-пока. Пока.